Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Тема «Кармические уроки. Останови свой мир». Высшая сила «Кармический совет». Контактер Селена. Ведущий, я прошу «Кармический совет» ответить на мой вопрос. Силы, мы на связи, о душа, спрашивайте. Открываем дело жизни. «Кармический совет» 6 уровня. Ведущий. У меня очень плохо все с женскими качествами, поэтому никогда не удавалось создать семью. Сейчас по чуть-чуть я что-то начала понимать, чему-то учиться. У меня даже муж на работе появился, но все равно распалось все. У мужчин не возникает желания обо мне заботиться, кормить, содержать и так далее. Такая я вся самостоятельная была. И вот теперь пришел момент, когда я по-мужски больше жить не хочу и не могу, а по-женски не умею. Мне нужно как-то содержать и учить себя и ребенка. Планов у меня громадье, запросы не маленькие. А откуда денег брать, ума не приложу. Замуж, конечно, надо, но если реально смотреть на вещи, то это еще не один год работы над собой. Как-то сверху мне сказали, что лучше б я была проституткой, чем вся моя по-честному заработанная карьера. И вот сам вопрос, что делать-то? Есть ли какие-либо возможности добывать деньги, не нарабатывая мужской опыт при этом? Силы, о душа, у тебя полный сумбур в голове, и от этого твои проблемы. Нет ничего, что мешало бы развитию. Все только способствует. Нет ничего, что мешало бы изобилию. Вопрос в другом. Ты уверена, что заработать деньги можно только, если делать карьеру? Но это твой выбор. В тебе действительно много мужских энергий. И самое главное, женское качество, приятие, полное доверие процессу жизни отсутствует. Ты все время рвешься на баррикады. Будь ли они в виде карьеры или в отстаивании прав, и мы понимаем, что это этап, и тебе нужно его пройти. Но если ты прошла уже этот этап, и тебе перестала быть интересной борьба за что-то или во имя чего-то, то просто остановись. Замри. Останови свой мир, который очень интенсивен и порывист. Куда тебе спешить? Куда тебе стремиться? Все уже есть в тебе. И не нужно ничего еще дополнительно. Просто раскрой все это в себе. Найди это внутри себя. В тебе есть и женские качества, ведь недаром ты родилась женщиной. Если у мужчин нет желания заботиться о тебе, то и у Вселенной, образно говоря, нет желания заботиться о тебе. Потому что главный твой лозунг – «Я сама». Если ты говоришь «Я сама», тогда ни мужчины, ни Вселенная не станут вмешиваться. И ты так и будешь все делать сама. Нет нужды ни о чем заботиться, нет нужды ни о чем беспокоиться. В который раз мы говорим о тотальном доверии процессу жизни. Можешь ли ты научиться не думать вообще на тему, где достать деньги, не беспокоиться на этот счет? И все это волшебным образом придет, потому что нет ничего такого, в чем отказал бы тебе Отец наш Небесный. Вспомни, что говорил Иисус. Птицы небесные не пашут, не сеют, а сыты бывают. И мы хотим добавить, что они не делают карьеру и не думают, как заработать деньги. Они живут в полном доверии и живут здесь и сейчас. Разве сейчас у тебя нечего есть? Или у тебя нет крова над головой? Но ты строишь планы. Эти планы – это тоже хорошо. Плохо то, что ты убедила себя,
что эти планы выполнимы только если заработать кучу денег. Но при этом ты не хочешь их зарабатывать по-мужски, потому что стремишься открыть в себе женский аспект, понимаешь? Когда ты утихомиришь бурю в голове, когда ты успокоишься и доверишься миру, и он откликнется на все твои запросы. А пока ты не веришь, что это возможно, он и не проявляется к тебе этой стороной. Женский путь пассивен, а не активен. Где женщина берет деньги, да она просто ждет, когда ей их принесут. Муж, любовник, отец. Она, если брать ее ролевые функции, не заработчик денег, она их тратит. Так будь женщиной, если ты стремишься открыть в себе эти энергии. Представь себе, не как ты будешь зарабатывать деньги, а как ты их будешь тратить. Как женщина, имея хорошего мужа или отца, не сомневается, что он принесет деньги, не сомневается, что он сможет содержать ее и ее ребенка. Так и ты доверься Создателю и не беспокойся больше об этом. Просто живи в предвкушении даров, которые даст тебе Отец наш, если ты попросишь. Или выбери другой путь – зарабатывать, но тогда это не женский путь, и ты должна это понять. Это путь активных стремлений, и если он тебе интересен, то иди по нему и не сетуй. И будет и карьера, будут и деньги, но не будет женского принятия. Поэтому просто выбери, потому что сейчас ты еще на распутье и не выбрала свой путь. Ведущий. Значит, нет возможности зарабатывать деньги и остаться в женских энергиях. Силы. Это очень сложно. Это мало совместимо. Если тебе нужно просто средство для проживания, то это легко приходит. И Вселенная заботится о тебе. Если же ты строишь планы на будущее, то строй планы не как заработать деньги. Не думай вообще, как их заработать. А строй планы, как их потратить. На что их потратить. И если цели прекрасны, то все будешь иметь. И все будет тебе дано. Ведущий. Благодарю за ответ. Силы. И мы благодарим тебя за помощь. До связи.